сладенький татарский чак-чак покорил не одно поколение детишек, и ведь не даром. Десерт получается хрустящим, сытным и ароматным. К тому же, готовится чак-чак довольно быстро, стоит лишь захотеть. Это классический рецепт приготовления чак-чака без водки. Данный рецепт исключает водку, ее я заменил коньяком. По-моему, он придает чудесный аромат чак-чаку. К тому же шарики получаются более хрустящими. Чак-чак подается к столу, предварительно постояв в холодильнике, очень вкусно с горячим чаем. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим все необходимые ингредиенты. Взбиваем яйца и добавляем в них коньяк, перемешиваем. Добавляем чуть больше половины муки и перемешиваем, комочков не должно быть. Добавив еще муки, замесите тесто. Подписывайтесь и ставьте лайки. Отделяем от теста небольшие кусочки, размером с яйцо, каждый такой кусочек раскатываем в длинную тонкую колбасу. Дайте колбаскам полежать 10 минут, затем очень мелко их порежьте ножом, присыпанным мукой. Теперь налейте много растительного масла в сковороду, доведите его до максимальной температуры и обжарьте кусочки теста до красивого желтого цвета. Шумовкой извлеките получившиеся шарики. Положите шарики на бумажное полотенце, это позволит убрать лишний жир. Подогрейте мед с сахаром на водяной бане. Обмакните шарики в медовом сиропе и аккуратно выложите на тарелку. Смочите руки и сформируйте горку. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Яйца 5 штук. Мука пшеничная 0,5 кг. Коньяк 1 столовая ложка. Масло растительное 700 мл. Мед 1,5 стакана. Сахар 1/3 стакана. Количество порций 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.